Так, давайте подойдем вот сюда. В городском округе Щелково потушили лесной пожар. Возгорание произошло в районе деревни Кишкино. Огонь распространялся стремительно. В опасности были деревня, приаэродромная полоса микрорайона Чкаловский, а также участок территории, граничащий с подземным нефтепроводом. Чулковские службы спасения отреагировали моментально. Вчера в 15:00 поступил сигнал на ЕДДС о том, что произошло возгорание в лесном массиве вблизи деревни Кишкино. Значит, незамедлительно выдвинулся отряд пожарных. Вот. При обнаружении очага возгорания началось тушение, но огонь начал распространяться в лесной массив. Как вы видите, везде потушенные. Благодаря слаженным действиям нашего пожарного гарнизона совместно с сотрудниками военного гарнизона Чкаловский и приданными силами нам удалось сохранить и отсечь основной очаг от аэродрома и от деревни. В борьбе с лесным пожаром были задействованы тяжелая техника и личный состав Щелковского пожарного гарнизона. С помощью бульдозеров спасатели проложили минерализованную полосу, преградив путь огню. Тушение велось около 9 часов и завершилось глубоко за полночь. Мы взяли ситуацию под контроль благодаря слаженным действиям. Разделили площадь горения на несколько участков, локализовали с помощью бульдозеров распространение. Главное, что жители не пострадали, нефтепровод не пострадал и аэродром. Ситуацию в районе деревни Кишкино контролируют бригады пожарных Щелковского гарнизона, представители регионального комитета лесного хозяйства и комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.